Бородавочник – излюбленная добыча крупных африканских хищников. Однако эволюция неплохо вооружила на вид безобидных кабанчиков своеобразной мотыгой на морде. Хищники часто боятся нападать на взрослого сильного кабана. Острым клыком он запросто может убить напавшего на него обидчика. Львицы предпочитают атаковать полузарывшегося в нору бородавочника. Его травят, провоцируют и выманивают прайдом. Главная задача для льва – сбить кабана с ног и вцепиться в шею. Подавляющее большинство добычи – маленькие поросята первого года. Бородавочники в ответ травят и троллят хищников, атакуя отдыхающих особей, наевшихся, больных или на водопое. Крупный кабан может даже терроризировать группу молодых львов. На кадрах видно, как нахальный бородавочник застал львов врасплох, когда нагло промчался у них под носом, прежде чем испуганные большие кошки поняли, в чем дело. Пробудившись ото сна, разбушевавшиеся львы вынуждены были лишь проводить взглядом быстроногого нарушителя спокойствия. А сверхбыстрый бег у гепарда эволюционировал еще и потому, что ему приходится убегать от бородавочника, которого не удалось сбить с ног. В результате жизнь или обед. И то, и другое. В природе все феномены многофакторные. Главная стратегия хищника – придушить, вцепившись в шею кабана. Леопард может убить бородавочника в одиночку, но это требует огромных усилий. Крокодил старается схватить за морду, уволочить и утопить. Как уже говорилось, мотыга на морде кабана также помогает спастись и на водопое. Поскольку крокодилов в Африке было очень много, а пить надо ежедневно, вероятно, мотыжная форма и длина клыков эволюционировали под давлением двух факторов – копание и охрана водопоя. А чтобы защищаться от кошачьих, эволюционировал быстрый бег и нижний клык. Он затачивается автоматически, стираясь при жевании. Смерть в зубах хищника кажется человеку трагичной.